Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марины Стик. Сегодня 11 апреля 2022 года. Я закончила, наконец, уборку моих черепах генеральную, то есть полностью заменила грунт в террариуме. Помыла сам, конечно же, террариум, заменила лампы. Мы подготовились к весне, так как наш Натан и Геркулес решили уже стать снова папами, активно пристают к самочкам. Но, несмотря на то, что я вчера показывала, сколько мы закупили щепы, мне все-таки не хватило. Почему? Как это определить? Вот, видите, что делает Афродита? Она закапывается в щепу. Настолько получился тонкий слой, что закопаться ей некуда. Она просто разрывает щепу и оказывается на голом стекле. Завтра муж едет в город на работу, и поэтому что-нибудь в городе мы уже сможем приобрести в более больших количествах. Вот Натан активно ухаживает за Венерой. Афродита пытается закопаться, но тонкий слой грунта не позволяет ей полностью укрыться в щепу. Ей приходится ограничиться тем, сколько ей позволяет, что называется, пространство, ну, количество наполнителя. Натан активно пытается жениться на Венере. Жизнь бьет ключом, как называется, что говорится, жизнь кипит. Вот, я домыла окна в комнате, теперь у нас светло, чисто, очень вкусно пахнет свежая щепа, дубовая, вишневая, яблоневая, каких тут только нет сортов деревьев. Вчера показывала подробное видео, после принятия ванн мы вот как раз проводили уборочку черепашек, и не только у черепашек, всех песчанок. Это что-то у меня теперь около 30 клеток с песчанками в двух комнатах. Вот, здесь у нас по-прежнему остаются сладкая парочка Пепси, Ириска и Самоцвет. Вот они снова в колесике, так как детей расселила по новым семьям. Получилось очень-очень много клеток, но зато всем хорошо, всем свободно, всем вольготно. Здесь живут вот в такой клеточке моя любимая парочка Пепс и Карамелька. Почему любимая? Потому что очень-очень спокойные, дружелюбные ребята, ничего не грызут. Вот это новое колесико от Дорадо. Обратите внимание, ни пробку не сгрызли, ничего не грызут. Все, что было сгрызано, это домики, которые стояли. Вот он, Кекс. Вот такой красивый мальчик необычного окраса. А Карамелька, потому и Карамелька, что она у нас медового цвета. Очень спокойные ребята. Карамелька в колесике, Кекс всегда спит на крыше этого домика, за ними интересно наблюдать. А здесь мне интересно наблюдать за Самоцветом, который, вот, видите, что они превращают, во что они превращают все эти красивые домики. Все прогрызано, зато мне так все хорошо видно через это стекло, чем там занимается Самоцвет в этом домике, как он там копает, как он там строит гнездышки. Девчонки в часть своего времени проводят в колесике или в песочнице, от чего, конечно, у меня тут все по новой. Вот, видите, скоро будут новые дети. Самоцвет женится на Ириске. Ну, здесь, как всегда, буянят молодежь у нас. Здесь у меня остаются вот так в несколько рядов песчанки. Здесь тоже песчанки, 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 ежики. И с этой стороны тоже песчанки, черепахи, ежики и попугаи. Здесь уже барни с новой невестой пытаются строить, создавать новую семью. Здесь у меня семья бурмизов в 70 сантиметров эрдпласт. Так что жизнь кипит, Дуся кушает. Я пойду сейчас за кормом. У попугайчика все хорошо, у Валерочки ножка лучше. Вот Валерочка кушает, на кормушечке сидит. Не могу сказать, что окончательно прямо поправилась ножка у Валерочки, но все же он на нее наступает. Здесь у нас торжествуют Геркулес и Жаклин. Тоже вчера им все тут намыли. Тут у них добавила немножко даже опилки, потому что мало было стружки. Завтра купим еще сено и стружку, и будет по
получше. По крайней мере, сегодня у нас просто хотя бы чисто, а дальше будет лучше. Сюда сейчас принесу яблочки, собачкам принесу корм. И буду заканчивать вязать новые модели костюмов, о которых для собачек, конечно же, для чихуашек, да, которые обязательно примерим на кого-нибудь из наших питомцев. Покажу, расскажу, что там у меня новенького, что у меня интересно. Вот осталось снять клетки и помыть стенку за клетками, но клетки настолько большие и тяжелые, что надо это делать с помощью мужа. Мне одной не справиться, не снять будет эти клетки отсюда. И стеновые панели за клетками все уделаны фруктами. Когда наши, ну, попугайчики кушают яблочки и фрукты, все летит по стенкам, прилипает, поэтому никак туда не достать тряпочкой, кроме как вот если это все полностью снять на пол. Кокосы, киви тут тоже веселятся. Надеюсь, что все у них будет прекрасно и замечательно. Остается мне намыть капитально, уборку сделать. И у блефарма я делала недавно. Остается агамом именно сам террариум все стекла намыть. Вот. Потому что все это ляпается их лапками, и все вот и пылится. Надо это все вот, вот немножко, вот чуть-чуть, и побольше свободного времени у меня будет на видео. А пока я занимаюсь вот этими уборками, к сожалению, вот сидеть до 4 утра загружать видео, просто не остается сил. Вот. Надеюсь на ваше понимание. Животным надо сделать уже весеннюю капитальную уборку. Посмотрите, какая чистота и красота теперь наших черепашек. Добавим завтра грунта. Сено добавим, чтобы закапываться было куда. И будем надеяться на все самое лучшее. Натан у нас в боевой готовности. Геркулес тоже. Вчера все купались, намытые, накупанные. Начищенные, накормленные, это тыква с кальцием, витаминками. Ну а здесь, как всегда, веселые игры в колесе, копание в домиках. Ох, Афродита побежала, побежала. Говорит, отстаньте от меня со своей свадьбой. Уйду я, говорит, от вас, куда глаза глядят. Помните, обалденно вкусно пахнет вот этой щепой, вот этой древесиной свежей. Такие ароматы, ну, весна. Прям повышается настроение, и хочется еще что-то тут вот так прибрать, освежить, добавить свежего сена, чтобы еще пахло сеном, и уже будет просто лето. Обожаю все эти натуральные природные запахи, чистоты, свежести природы. Ну и малышам нашим, как вы видите, тоже нравится, веселятся. И снова готовятся стать родителями кое-кто из наших песчанок. Так что я для этого заранее все подготовила, все намыла, все поменяла. Здесь тоже ожидается потомство от моей любимой парочки. Наблюдаю, их тут двое в этой клеточке. Вот так вот дружно мы вдвоем носимся в колесике. Жду еще заказ у меня на вазочки вот такие под песок для купания песчанок. И колесики вот такие для новых клеток. Железные все-таки гремят. Я вот сейчас в комнате более 10 клеток. И поэтому, когда шумят ночью колеса, это, конечно, мешает спать.
Аж закашлялись. Хяк. Дружные компашки. Ну, прям везде у нас свадьба. У черепах у нас свадьба, у песчанок у нас свадьба. И, между прочим, Бисмарк тоже стал приставать к девчонкам. Вот надо их тоже сделать им генеральную уборочку, намыть стекла, начистить там все эти, убрать лишний декор, потому что активно Бисмарк начал ухаживать за девчонками. И, возможно, будут кладочки, будет потомство агам. Вот заранее надо все это тоже предусмотреть, сделать им побольше пространства, убрать лишние части декораций, которые занимают много места, но не функциональны. Вот, поэтому вот сейчас занимаюсь именно такими вещами, поэтому видео становится меньше. Ну, поймите правильно, надо детям сделать тут все хорошо, уютно и комфортно. Улучшить условия, тем более, что кто-то уже собирается стать родителями. Вот, например, Натан. Ему и такую даму дайте, и такую даму дайте. Две девочки, один мальчик. И Геркулес очень активный. У него там тоже дамочка. И вот он с ней тоже развлекается. Тасенька кайфует. В уединении мисочки с кормом стоят, водичка есть. Геркулес пристает к Жаклин. Так что ежики расселены. Осталось два ежонка, Алиса и Антон. Ой, Валерик, показывай лапку. Ну, потихоньку поправляется, уже опирается на ножку. Ведет активный образ жизни, так что подзаживает Валерка наш. Лапка подзаживает. А кокос так и не хочет с Киви общаться. Такой эгоист у нас кокос, такой красивый нарцисс. Надо его было назвать не кокос, а нарцисс. Уж так он себя любит. Так он себя любит. Ну, вот такая жизнь у наших питомцев. Кто-то хочет создавать семьи, кто-то не хочет. У эублефаров у меня самца нет. Я не очень, так скажем, хочу иметь от них потомство. Ну, посмотрим. Вот. На этом, дорогие друзья, я буду с вами прощаться. У меня еще много дел по уходу за моими питомцами. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки. Вам не трудно, мне приятно. Я буду понимать, что вам нравится такой контент. И буду почаще показывать всех моих питомцев. Хотя бы по очереди. Всех не получится, они не все в одной комнате вместе со мной. Но вот сегодня хотя бы тех, которые со мной в одной комнате, я вам показала. Заодно вы посмотрели свадьбу песчанок, свадьбу черепашек. С дня на день ждем щенков рождения у Барси. Барси уже прям такой колобочек. Здесь у нас размножаются сверчки, тараканчики, еда для наших рептилий. Господи, наигрались. И на бабушку спать в обнимочку. Все, дорогие друзья, побегу заниматься дальше. Я сама залипаю на них, могу часами на них тут любоваться. Но надо принести еды, фрукты для попугайчиков. Ох ты, какая у них тут свадьба-женитьба, а? Любовь, какая морковь. Ждем бурмизиков. Это риски и самоцвета.
И Барни там сегодня тоже женится, братишка Пепси. От него получились чудесные детки, я их уже расселила по семьям. Как-нибудь выберу время, очень много красивых песчанок подрастает, родились вот недавно, уже подрастают. Буду расселять, отселю в малышню по половым признакам и от родителей. Обязательно покажу, какие красивые цвета песчанок получились. Детишки вообще супер. И будем искать им тоже парочки. Все, побегу. А то я весь день могу сидеть и наблюдать за ними. Особенно за песчанками. Такие вообще шебутные создания. Ну и черепашки нефлегматичны. Вон у них тут тоже любовь-морковь какая, движуха. Что-то разбудило их, они так хорошо спали. Ну, никому не даст Зоська поспать. Все, дорогие друзья, пошла я, пошла. За кормом для наших собачек и попугаев. Увидимся в новых видео. Оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам.